Мы находимся в Лондоне, где вот-вот пройдет закрытый показ новой части Rainbow Six. In position. Есть такая работа — с терроризмом бороться. Новая игра компании Ubisoft посвящена именно этому. Игроков ждет сюжетная кампания, в которой бывалые специалисты зрелищно расправляются с бандитами, без шума и пыли. Ну, почти. У нас было много пистолетов и автоматов на выбор, однако мы поговорили с бойцами из настоящих спецподразделений и поняли, какое оружие предпочитают в разных странах. Например, отряд полицейских из немецкого ГСГ-9 использует МП-7, а вот российский спецназ предпочитает АК-12 и Сайгу. В распоряжении оперативников не только современное оружие, но и тактические примочки. Щиты подойдут для агрессивного штурма, а дроны с шокерами для тихой нейтрализации врага. Колючая проволока сгодится для защиты, а взрывчатка для ее обхода. Причем неважно, через стену или потолок, разрушить можно практически любую преграду. Не забудьте это учитывать при планировании сетевых операций. Сложно? А вы как думали? Из прямолинейной стрелялки «Радуга-6» опять превратилась в серьезный тактический боевик. Вы не поверите, но я тоже из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург во Флориде, которая в США. У нас очень много общего с вашим Петербургом. Я хочу вас всех поприветствовать и пожелать много замечательных часов в Rainbow Six Siege. Большое спасибо. Привет всем российским поклонникам «Радуги 6». Ребята, добро пожаловать в мой мир. Вот и подошла к концу презентация Rainbow Six. Наконец-то мы готовы ко встрече с настоящим спецназом!